Одинцовские волонтеры помогли очистить от снега территорию мемориального комплекса «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово. С такой просьбой в волонтерский центр «Единой России» обратились жители деревни. Организовал работы председатель партийной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев. Кроме территории мемориала были очищены детская площадка, дорожки к двум колодцам деревни, площадки для мусорных контейнеров и разъездных карманов.